Первый в автономии передвижной пункт вакцинации от коронавируса продолжает работу в Биробиджане. С 1 мая жители областного центра могут привиться без предварительной записи и очередей в поликлинике, посетив медицинский пункт, который расположен около городского дворца культуры. Работает он ежедневно с 10 утра до 16:00. Каждого пришедшего предварительно осматривает терапевт. При этом вся процедура не занимает много времени, порядка 5 минут. Не нужно в очереди стоять. Документов таких не надо сильно. Ну, паспорт снился обязательно. И мы ставим первую прививочку, записали их, отдали все документы, все наши, отдали в поликлинику. Поликлиника их обрабатывает. Потом идут они на вторую прививку через 21 день. По признанию медиков, пункт вакцинации широко востребован у жителей Биробиджана. В день поставить прививку приходят не менее 50 человек. Воспользоваться случаем решают люди как целенаправленно, так и просто проходя мимо. Возраст уже 67. Не хочется, чтобы, как говорится, раньше времени уйти на тот свет, потому что у меня в декабре месяце столько друзей умерло от ковида. И брат родной даже, двоюродный брат, друзья в 60 лет, их уже нету. Практика передвижных медицинских пунктов для ЯО не нова. Ежегодно на этом месте можно поставить прививку от гриппа или пройти флюорографию. Андрей Кирюшин, Кирилл Богаченко, Новости 21.